Впечатление хорошее от проведенного мероприятия. То есть доступным языком Василий проводил все доходчиво, понятно. Техника, которая вот сегодня познакомилась, понравилась тем, что она легкая, потому что тоже походы подниматься приходится высоко и далеко. Ее, скажем так, неубиваемость и защита от пыли, влаги. В общем-то, понравилось все. Техника нового поколения. Думаю, что будем переходить на беззеркалки. Тест Z7 Nikon с объективом 35 мм. Что очень понравилось, отличная резкость, цепкий автофокус, подходит практически для любых видов съемки. Можно и портретик зажарить хороший, с такой, ну, классный. Лично я на мастер-классе Nikon второй раз. Ощущение, слово незабываемое, типа не подходит. Хорошо, мне все нравится. Про Z-серию. Сравнительно с тем, с чем я снимаю, 3300. Это абсолютно прекрасная вещь. Радует работа с кожей, автофокус по глазам и плюс эргономика. Все можно делать одной рукой.